Всем привет! И сегодня следующий день. Погода наладилась. И тут, кстати, озеро уже. Мы, короче, приехали на остров. Ну, мы почти вот на острове здесь. Называется Майнау. И он один из известных. Тут есть как и замок, и дом бабочек, и дом с пальмами, и просто растения и тому подобное. Тут кругом Боденце. То есть, да, красиво. Это, кстати, Германия или Швейцария? Германия. Да, в Германии. Вот, тут просто... Тут просто очень часто так непонятно, ты в Германии или в Швейцарии бываешь. Будем сейчас гулять. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Мы идем по аллее. Это аллея секвой. Здесь красиво. Здесь как бы это остров цветов. И поэтому здесь будет много деревьев, цветов. По сути, это как ботанический сад или что-то вроде. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy? I drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. My pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Всем привет! И мы опять в университете. Ну, а теперь мы уже ходили по делу моему, и сейчас Лена зарабатывает, потому что собирает свои работы. А я узнавала про учебу в Германии, и это было весьма смешно. Мне дали листик, что я могу учить, и какой балл моего экзамена нужен. И мне буквально одной оценки не хватает из одного балла, чтобы учиться нормально то, что я хочу. Могу учить, например, математику или физику, или политическую экономику. Или могу делать мастера по спорту вообще без языка. И даже чтобы учить русский здесь, мне нужно иметь экзамен по немецкому лучше, чем я сейчас сдала на 1 балл. А еще то, что здесь сделали в этой земле, Баден-Вюртемберг, это находится на юге Германии, на границе с Францией и Швейцарией, где я сейчас на границе Швейцарии, то здесь сделали... Платное обучение, теперь я должна за семестр платить 1650 евро, хотя раньше было только 150 евро, так что очень большая разница. You've been running around, throwing that dirt all on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Сегодня мой последний день в Констанце. Ну и вообще в Германии, ну и завтра утром. А нет, завтра еще в Мюнхене буду. И мы решили съездить в другой город, Мерсбург, на кораблике, на пароме. Находится вот там вот. Где-то, наверное, не знаю, где он находится, честно говоря. Кстати, за мной видно Альпы, это уже Швейцария. И да, еще сегодня я хочу пройтись в Швейцарию. Как бы это странно не звучало. Чтобы погулять у озера, и такой более... релаксный день гуляний возле озера, тем более что погода улучшилась.
I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Going round every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. Всем привет! Мы уже вернулись из города Мэрсбург и сейчас прямо переходим границу Швейцарии. Теперь мы в Швейцарии. Купили салаты и сейчас идем к озеру на швейцарской границе кушать. На швейцарской границе, на швейцарской стороне кушать эти салаты, просто смотреть на озеро. Вот. Так что у нас сегодня такой light day, в принципе. После этого мы просто еще опять зайдем в магазин, наверное. И поедем домой. Я решила показать границу. Вот это вот уже Германия. И вот такая вот тут перегородка. Да. Вот это Германия, вот это Швейцария. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you.